Кишка! Да ну нахер! Иркутагин, срочная новость! Винторез из игры убрали и будут фиксить, представляешь себе? Да ладно! Кинокомпания «Не та кнопка» и «Мозголом Продакшнс» представляют. «Прощай, нуба-зажим» или как Ракутаген пуканы поджигал. Вот оно, счастливое лицо толстого тролля, да, Ракутаген? Да, сука, есть такое. Приветствую вас, леди и джентльмены, другие подруги. С вами Мартин, капитан Очевидность. AX-308, болтовка, по скиллу, так сказать. И отличненький анекдот. Анекдот такой. Девушка поругалась с парнем, сидит такая, дуется, говорит. Вот стану птичкой, если улечу от тебя. Стану рыбкой, уплыву, понял? Он говорит. Да ради бога, ты главное, когда раком станешь, позови обязательно. Да, так оно и бывает. Это правильно, он парень сказал. Главное, когда раком станет. Потому что раки... они правят миром. Есть такое. И сегодня разговор у нас про то, что будут фиксить винторез. Все уже знают, но как бы Ракутаген не может внести свою лепту. Я должен внести, я обязательно должен внести свою лепту, да. Не может не внести, точь. В общем, вы поняли, да. И сейчас мы по скиллу сидим в прицеле. Но это как бы это обязательный элемент. Кто бы там что ни говорил, снайпер должен сидеть в прицеле. Но временно. Временно. И вы знаете, очень часто как раз обладатели винтореза обвиняют людей, говорят, типа, нет, нельзя фиксить винторез, иначе будут, весь паблик будет с почином тебя. Да, правильно ты говоришь. В снайперах в прицеле. Но открою вам маленький секрет. Вы видите, что я перемещаюсь по карте, что я какие-то активные действия предпринимаю. Так, душка вот, умница, затащила. Душка вообще мой сладкий, она три просто фрага за один раунд. Вообще умница. Медиком, как нефиг делать, да. Вот, вот она моя сладенькая, давай сюда. Давай, моя хорошая, умничка, вот так. Вот. Все дело в том, что, по моим наблюдениям, как раз обладатели зажима у нас в углах сидят чаще всего, а болтовщики двигаются по карте. Да. То есть, болтовщиков, которые сидят вот на месте всю игру, их очень мало. Двигаются у нас как раз зажимы, и двигаются они по стеночке, да. Чаще всего они двигаются по стеночке. И, собственно говоря, это весь их геймплей. И беда не в том, что как бы они противные. Беда в том, что с ними можно играть... Секундочку, фазум! Надо было дальше в прицеле стоять. Фазум не твоя, Ракутаген. Нормальный у меня фазум, не гони, понял? Дело в том, что наличие винтореза, этой сумасшедшей имбы, которая 200 урона и автомат она, портит игру всем классом. То есть все должны крысить. А если не будешь крысить, как бы на винторез хрен выйдешь нормально. То есть если он у стены окажется, особенно. Вот вы понимаете, да, о чем я? Так что, я рад, что винторез фиксит, честно рад. Мне, честно говоря, жаль тех людей, которые закупили его там на полгода или больше. Потому что вы даже этим не успеете насладиться. Инфа уже прошла, есть у меня такая. Его будут делать что-то типа SVOS, только слабее. Ну, как бы, он же не в коробке удачи. Так что, ждите. Там будет рандом, там будет несколько пуль только. И урон у него будет уже не такой, скорее всего, большой. То есть... будет неплохая, в принципе, пушка. Нельзя сказать, что его там понерфят в говно. Но по планам сейчас они собираются нерфить его таким образом, чтобы, в принципе, он что-то мог. Но, ребята, это будет совершенно не тот винторез. Забудьте. Этого винтореза больше не будет. Все, забыли. Буквально одно-два обновления. Сейчас они решат, как именно его нерфить. Может быть, в этом, может быть, в следующем, через одно. В общем, пока у вас есть еще время насладить. А ну давай-ка, Ракутаген, покажи, как ты умеешь фазумить. Давай, давай. Да, не вопрос. Не вопрос. Что ты думаешь? Сейчас... мы дадим, давай, деточка. Главное быстро поймать какой-нибудь прицел. Не, это уже получается, это я стою. Давай.
Сасамба! А ну-ка давай, повтори, понял? Нифига ты не повторишь, капитан Очевидность. Нифига. Потому что... А на самом деле это не сложно. Не сложно. Просто надо не бояться. Верить в себя. Прыгнул, правая, левая кнопка тут же. Бац, и все. То есть, как бы... Нифиг делать. А еще что-нибудь. Опа! Ну, исключение подтверждает правило, да, Ракутаген? Раз в год и палка стреляет, но чудес-то не бывает. You was old. Но не всегда получается. У лучших снайперов игры не всегда получается. Почему у меня должно всегда получаться? Смотри, я еще сейчас попробую по зуму день снять. Ребята, я вам сочувствую, кто потратил много бабок. Я предупреждал вас на стримах, мы там с Амиго были, я сам, по-моему, когда стримил, спрашивал. Я, ребят, сказал, его распродают за варбаксы, чтобы бабок побольше как бы выкачать с населения, а потом его нерфанут. Вот увидите, я говорю, 100 пудов. Все такие, да нет, его никогда не нерфанут, иначе я потребую бабки обратно, иначе я уйду из игры. Никуда вы не уйдете, и бабки вам никто не вернет. Соглашение надо пользовательское считать. Все, варбаксы ваши потеряны, запомните это. Вот. Ну, на самом деле, не так плохо. Ребята, учитесь играть, ну, нормально, серьезно. Я понимаю, что вам хочется тащить, как бы там, нагибать и не напрягаться. Я все понимаю. Ну, вы ставьте себя на место других игроков. Ну, и вот, понимаете? Ну, блин, так неинтересно вообще. Это, получается, всем крысить надо, тупо крысить на подрыве. Потому что винторезы, что бы они там ни кричали, они не рашат. Они все, сука, по углам сидят в основном. Единицы, кто там активно играет. Он сел, где-то сел и за углом ждет тебя, в прицеле уже. Тут шанс как бы только у штурмовика хедшот ему дать. Все, но шанс, что ты выпрыгнешь и точно вдруг нацелишься ему на голову, это нереально, потому что ты не знаешь, где он находится. Он может левее, правее быть, выше, ниже. То есть, блин, ну это дисбаланс. Это не имба. Имба, когда эта пушка мощнее, чем другие в своей категории. Это я люблю. Я люблю зажим и так далее. Вот, кстати, тебе фаззум, понял? А дисбаланс это когда ты вообще не оставляешь противнику никаких шансов. И винторез это реальный дисбаланс. Потому что если винторез будет бегать, действительно, да, тут активно играть, перемещаться, прыгать, что-то там, пытаться фаззумить, что-то делать, то болтовщик его вполне может перестрелять, его все могут перестрелять, то как бы это нормально, я не против такого винтореза. Но они-то по углам сидят, заразы. Сидят по углам и все, короче, вот и вся игра. И тупо крысят там, на респе еще где-нибудь. Это дисбаланс, это неправильно. Поэтому, конечно, такие пушки надо фиксить. Пушка супер доступная, вообще за варбаксы можно, ну, за кредит даже когда можно было купить. Супер доступное оружие, абсолютно дисбалансное, но это дичь. Поэтому многие, как бы, очень негативные, в том числе из-за этого, стали относиться к РМ тому же. Вот. Фазум, понял. Да, вот он, фазум-то. Да можно фазумить, почему? Это несложно, ребят. В итоге, что я вам хочу сказать. Ребята, инфа такая. Винторез будут фиксить, будут добавлять рандом, будут срезать урон, темп, может, не будут трогать. Но, знаете, это будет совершенно не тот винторез, что сейчас. И это правильно. Эта пушка должна быть нормальная. Ну, послабее все-таки колеса и даже СУ АС. Все-таки это не коробка, ее может приобрести каждый абсолютно. Поэтому засилие винторезов, это не очень хорошо. В принципе, я не такой прям большой сторонник коробок, что в коробке и не коробке. Ну, пусть делают даже на уровне той же СУАС. Я не против будет, пусть будет так. Но не пушка, которая сносит за 2-3 попадания все живое. А их игроки, обладатели, по углам сидят. Да, и это нехорошо. Так нельзя, ребят. Игра-то у нас активная, динамичная. Давайте двигаться, давайте нагибать. А буканы, обладатели винтореза, будут пригорать. Я знаю точно. Тролль, сука, толстый. Да, есть такая. Вот. На самом деле, ну, ребят, что делать? Так оно и бывает. В чем-то это хорошо. Кому-то это от этого нехорошо, я вам сочувствую. Но скоро как бы... Пукан бомбит. Нагиб.